Знаете, в последнее время можно заметить, что многие пары стараются соединить свои судьбы по определенным дням. Выбирают для этого так называемые красивые даты. Я думаю, что теперь 8 июля – день, который просто создан для свадеб. А свадьба – это настоящий день рождения семьи. Мы поздравляем всех новобрачных! Счастья вам и берегите друг друга! Ну и, конечно же, песня! Песня вам в подарок! Встречайте, Владислав Косарев! Ура! Ура! По проселочной дороге шел я молча, и была она пуста и длинна. Только грянули гармошки, что есть мочи, и руками развела тишина. Свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу донесли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. И это свадьба, свадьба, свадьба. Вот промчались тройки звонко и крылато, и дыхание весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я не жених. А где-то свадьба? Свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. И небо было мало, и земли. С праздником, дорогие друзья! С праздником! Семья рождается в день свадьбы. И я хочу пожелать, чтобы каждый из вас испытал счастье и радость этого дня и пронес их через всю свою жизнь. С праздником!